Расписание на праздник Пасха. Освящение куличей и пасок до 18:00. Ночное праздничное пасхальное богослужение в 23:20. Исповедь грехов 22:00. Завтра, 16 апреля, воскресенье, в день праздника Пасхи, вы можете получить мастер-класс «Как звонить колокола», а также сделать бесплатную фотосессию на колокольне храма, бесплатно от звонаря и фотографа храма. Завтра в 6 часов вечера показ художественного фильма «Новинки 2017 года. Воскресение Христа». Бесплатно на большом экране в киноклубе Никольского храма поселка Добренко. Римскому трибуну дано задание найти пропавшее тело, распятого на кресте Иисуса Христа. Командир находит святых апостолов и встречается с воскресшим Спасителем, и его жизнь круто меняется. Не пропустите, завтра в 6 часов вечера в киноклубе Никольского храма поселка Добренко, бесплатно на большом экране. Берите своих друзей. Завтра будет в наш храм доставлен благодатный огонь в 20:00 и будет находиться всю Светлую Седмицу. Посещение кладбищ в дни Светлой Седмицы неуместно, так как для умерших настало торжество – воскресение Христово. Не беспокойте усопших. Для поминовения усопших установлен особый день – это Радоница, во вторник через неделю после Светлой Седмицы. В этом году это 25 апреля. Передайте своим друзьям, позвоните им или напишите. Подробнее сети интернет на сайте провера.ру, а также в группах социальных сетей «Одноклассники» и ВКонтакте «Добринский храм». С наступающим праздником Пасхи!